Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Теплые деньки стремительно уходят, уступая место не самой приятной погоде. На горизонте маячит похолодание и даже дождик. Их усилия мы сможем оценить уже в ближайшее время. Итак, завтра на севере днем до 8 градусов выше нуля. Будет облачно с прояснениями. Ночью и предстоящим утром ждем кратковременный дождик. Ночная температура до 7 градусов выше нуля. В центральных районах на градус теплее. Здесь до 9 днем температура поднимется. Облачно с прояснениями и предстоящей ночью, и также последующим утром ждем небольшой дождик. Температура воздуха ночью до 8 градусов выше нуля. На юге картина похожая, днем до 9 градусов со знаком плюс, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 7-10 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Ночью и утром также дождливо, и предстоящей ночью температура у нас всего лишь до 8 градусов выше нуля. Как видите, и дневная, и ночная температура сравнялись примерно. А вот в последующие сутки без осадков, но ночная температура все-таки немного понизится. У меня на этом все. До встречи.